Интересно, а если бы я за Вилли одел бы... одел бы одежду, то я бы смог согреться или нет? Скорее всего, нет. Господи. Какая-то говнопопытка. Может, хватит говно собирать, серьезно? Не, ну можешь, конечно, навозом задобрить ферму, которую я не знаю, когда я поставлю. И вообще, поставлю ли я ее. Сраный кролик. Съем. Что делать-то? Такс. Как бы... Чего взять-то? Чего положить-то? Ну, пусть так лежит. С пивом потянет. Здесь тупик, да? Никаких переходов. Да пошли вы, козлы! Зря шел. А можно фекалию съесть? Я не знаю, может быть у нее особенность такая у этого персонажа. Может, она играет в Call of Duty на досуге. Вот здесь есть лес. Так, господи, сколько говна валяется. И там есть еда. Ягодки. Так, мне нужны... Да, мне, пожалуй, нужны бревна. Господи. И шишек до хрена. Да, можно посадить шишку. О, отлично. Забавно. Жалко, с фекалией ничего сделать не... Ууу, пчелы. А если есть пчелы, то значит они делают неправильный мед. Или правильный. Ну охереть, опять тупик. Нет, здесь какая-то мертвая земля, вообще ничего нет. О, я нашел место, где камешки должны быть. Похоже, пчелы там сношаются. Сюда я тоже не хочу идти. Да камон! Слушайте, ну здесь вообще ничего нету. Коза. Ее не словить, пока не будет ловушки для птиц. Я так полагаю. Только если бегать за ней, как псих. Слушайте, вообще ничего нету. Что за мир такой? Смотрите, куда меня закинули. Я с голоду помру. Смотрите. Боже. Замечательно. Просто отлично. Мне надо полагать туда. А, ну там тоже обрыв. Значит, мне нужно вниз идти. Замечательно. Просто отлично. Слышь, козябра, иди вон. Убивать! Ну, замечательно, а теперь еще. Во-во-во, осторожно. Кролик! Ей! Забил. Валим отсюда. Надеюсь, я не проголодаюсь слишком сильно. Мозг увидает. О, да. Смотрите, что нашел. Ягодки. Проживу. На подножном корме. Я жду какое-нибудь нормальное место, где можно будет обосноваться. Но здесь ни хера нету. Хотя бы, чтоб рыбка была. Водоемики. Еще. И морковка еще, смотрите. Так. Надо что-то выкинуть ненужное. Мне шелк пока что не нужен. Так, эта херня нужна. Навозу просто завались. Вот это я не знаю, что это такое.
Так, пойду морковки собирать. Отлично. Куда-то я зашел в более-менее нормальное место. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Воу! Осторожно, мать твою! Ты куда бьешь своей жопой? Отлично, морковок просто зашибись теперь. Главное, построить могу, но, блин, я не знаю, где мне лучше заводить. Заводить детей. Хотел сказать, какие нахер дети. Пока что живу. Все окей. И кролик есть, который можно зажарить в углу. Сволочи, сволочи. Замечательно. Я специально собираю их, подпитываюсь, чтобы копыта не двинуть. Воу. Слопай это дерьмо. Собирай всякое говно. Слушайте, это симулятор человека. Как его называют? Коллектора. Или как там по-русски его назвать? Который собирает всяческое дерьмо. Так. Ну, я так полагаю, что мне лучше где-то здесь обосноваться, вот здесь в углу. Хотя здесь земли нету. Я не знаю, можно пересаживать на землю кустики или нет. Что, давайте вот здесь вот. Пойдем наверх, там, наверное, тупик все равно. Тю-парю-парю-парю. Нет, смотрите, не тупик. В любом случае, можно здесь, допустим. Если найду какое-нибудь и другое место шикарное, то там буду обосновываться. А пока что его все равно нет. Так, что там надо для шляпы? Воу, что за херня? Лежать. Ночь пришла. Где это? Теплое, но легкое для лета. Достаточно теплое, чтобы пережить зимние штормы. Вот еще, нужен мех какой-то. Наверное, мех добывать с меховых каких-то. Может, это. Может, с бифала падает? Или можно как-то что-то с ним сделать? В любом случае, Alchemy Engine нужен. Ничего здесь больше нету. Толкового. Естественно, наверху ни хера, да? А, черт, я забыл приготовить. Фу ты, ёптать. Бедная баба голодает. Она вообще должна после 6 не есть. И должна одним кроликом подпитываться шикарно. Оставим одну морковку на приманку. Отлично. Вроде жив. Скотина. Забивай скотину. Хочу водоемчики. А, нужно рюкзак было сделать. Что надо для рюкзака? Пошла вон. И может быть еще стэш. Блин, я совсем запутался. Так, что нужно для рюкзака?
Где там бэкпэк? Отлично. Другое дело. Что я еще могу сделать? Ладно, давайте потом это с этим всем разберемся, я вспомню. Но пока что ничего толком. Можно ловушку, удочку сделать, в принципе, но сначала нужно найти место, где рыбачить. Так-то бессмысленно. Нет смысла, мать твою. Это важнее. Хотя у меня столько сейчас камней, я не знаю, куда их девать. Давай. За 10 ударов замочишь? Конечно же нет, конечно же нужен новый топор. Нихера себе, какая ель. Мощная. Кролик! Кролик! Увядает мои почки. СМС-ки приходят. Мало с ним вовремя. Ах ты, падла! Падла! А-а-а! Сдохни! Сдохни! У тебя нужна еда! Добудь ее! А мне все равно сюда идти, так что... Совместил приятное с убитием кролика. Я не знаю... Сильно ли полезно убийство кролика? Но я это сделал. А чё я мелочь всякую не собираю? Вот травушку, например. Слушайте, здесь ни хера нет. Серьезно, на этой карте вообще ничего нет. Где все? Спасибо. Нужна ферма. Но для этого нужен навоз. И что-то еще. А навоз у меня до хера. Поэтому сейчас я буду делать ферму. Занавозю ее так, чтобы просто... Знаете, самая вонючая ферма в мире будет. Ой, сколько морковок, шикарно. А где я вообще? А, тут... Тут поля. Может, я сделаю еще одну. Что ты делаешь? Бери. Давай, жри, котина. Давай. Камон. Давай, нямка. Давай. Скотина рыжая. Я тебя забью, тварь. Убей кролика. Так, а если, допустим... Лайтер врублю, может быть. Нет, я подумал, что может быть меньше будет отниматься. Ох ты, я нашел портал Максвелла. Но его лучше не юзать, как вы понимаете. Мне-то. Черт, ну может вернуться назад? А может не возвращаться назад, может быть выжить с фонариком, с зажигалочкой. Ну да, моральный дух упадет, но все же. А это что за... А, я нашел водоем! Или нет? Черт, показалось издалека, что водоем. Ладно, давайте вернемся назад. Где я тут обосновался-то? Ой, в какой жопе. Нет, одна база — это жопа. Особенно, когда так далеко она находится. Шикарный. В пути я вообще ничего не нашел. Муа! Замечательно.
А, вижу, я здесь был, значит. Раз отрубленный нахер. Здесь все. Вот рядом с пчелами, вдруг пчелы помогут мне защититься. Так, копье я могу сделать. Веревка нужна. Так. Так, теперь. Для копья нужна веревка. Где веревка? Так, делаем копье на всякий случай для защиты, потому что собаки прибегут. Теперь. Дальше. Где там навоз у меня? Вот так его? Класть. Хер его знает. Так, что нужно для более крутой фермы? Нужен Alchemy Engine. А для Alchemy Engine нужны те хрени, которые не знаю, как сделать. Отлично. То есть, чтобы построить вот эти хрени, вот эту стену нужно найти. Тоже для чего нужно... Те материалы, которые нужны для постройки. Просто замечательно. Так, стоять. Почему я ничего не делаю? Окей. Замечательно. Так, не знаю я как. Ладно, давайте еще сделаем стэш и туда сложим все лишнее. Нет, это борцуха. А, для этого нужны палки. А как сделать палки? Не то, не то. Так, что-то не... А, вот, палки можно сделать. Так, еще одни, да? Окей, теперь я могу сделать... стэш. Чест, точнее. Еще надо одни, что ли? Ладно, пошли пилить дрова тогда. Пилить дрова? Ну да, пилить, рубить. Так, все, я могу сделать. А, я забываю постоянно, где они находятся. Вау, надо 4 бревна. А чем разжигать костер буду? Все, тебе должно хватить. Странная пчела. Очень надеюсь, что его можно будет перенести. Хотя, наверное, нет, но... Неважно. Так, сложим сюда говно. Вот это. Стопудово нужное, но непонятно для чего херня. А, ловушка же еще у меня есть, окей. Еще, наверное, не закроешь, ее у тебя захватят. Как все сложно. Не, ну можно наверх сходить, проверить, что там находится. Да, и надо порубить деревья. Сраных дров нету. У меня же где-то ловушка есть. Где она? Да, в жопе в какой. Еще одна вот здесь, по-моему. Нет? О, господи, в какой заднице!
Может мне телепортироваться нахрен отсюда? Да-да-да, тебе нужна еда, что я сделаю? Пошли за едой. На один день хватит. Вот еда тебе. О боже. Так, нужно сделать из этого добра вот это добро. Чтобы они не пропали. Чё тебе не нравится? Цветы! Жри цветы, мать твою! Жри! Совсем уже охренели. О, это ужасно. Нет, ты придешь так сюда. Давай, давай, беги, беги. What? А, надо было не точно на ловушке ставить, надо было ставить чуть пора. Чуть в другом месте, ну ладно, неважно. Чуть левее. Ну там-то стопудово словился один. О боже, в какую жопу мне пилить? Какую жопу мне пилить? Нет, все плохо. Надо шелк забрать точно. И лопату сделать. Кому-нибудь мозг вскрыть. Такс. Мне не нравится, что такие берега неровные. Я все время думаю, что я там что-то не открыл. Не знаю зачем. Мне в принципе не нужно, но... О боже. Я так далеко не пройду. Ягодки. Отросли заново. Ура! О, блин. Ночь уже, я не успею назад прийти. Ну, еще говнеца навалили, молодцы. Не должен же я их убивать, я не смогу их убить. Это сложно. Еще без свиней, а свиньи в жопе в такой оказались. Давай, скажи, что ты что-то хочешь, что-то словил. Нет! Зашибись. Забираю. По пути сделаю временный костер. Чё поделать? Я еще здесь не был. Ну вот, я подумал, что это паучки. Хотел позабивать уже. Отстой. Может, их не надо жарить, просто так есть. Ну да. В этом случае они отбавляют тебе психическое здоровье, прибавляют, но зато голод отбавляет. А, пауки, ладно, я на них поохочусь тогда. На следующий день. Куда я иду вообще? Какие-то интересные деревья. Может, с них особенные... Что-то особенное падает? Нет? Это что за говно? Я, блин, даже не знаю, куда... Ой, топор есть, спасибо. Я смог выжить.
Жареные ягоды, это что-то интересное. Окей! Этот день я снова прожил. Но я так далеко не дойду. Чё с ней не так? О, психическое здоровье. Все плохо с психическим здоровьем. Понял. Глазки появились. Да, если у нее будет низкое психическое здоровье, я не знаю, как сказать, то она будет поджигать вот таким образом. Все, окей. Сказала, я сделал огонек. Да, еды, я думаю, тебе не будет. Ну а что жрать-то? Может, свиней забить? Я же понимаю, что они хорошие, но все же. Иди ко мне. Иди сюда. Зашибись. Давайте по одному, ребят. Потом я разрушу ваши дома. Давай. Иди ко мне. Иди тоже ко мне. Окей, гланды есть. Мясо есть. Я хочу разрушить их дома. Сраные коконы. Они что, там бесконечные, что ли? Воу, их там до хрена, грубо говоря. Цветочку? О боже мой. Что мне делать? О, они их забивать будут. Шикарно. Ну, свин! Весь день потратил ни на что. Да, ну это завал, ну это серьезно. Что здесь, ни еды, ничего. Беда. Так, лучше буду нападать на одиночные. Иди ко мне. Но убивал. Давай. Только шелк и все? Зачистка произведена. Ну с чем у меня столько монстра мяса есть? Естественно, упадет психическое здоровье, но все же. Это лучше, по крайней мере, чем ничего. Ну там можно кроля, наверное, забрать. У меня ягодки есть, да. На ягодках можно прожить. Так. Это выкинем нахер. Ну мне этот шелк не сдался пока что никуда. Too close! А, куда мне идти? Что мне делать?
Хоть в портал Максвелла заходи, блин. А это еще кто? Это Мандрагора? Что за говно? Я не понимаю. Это просто... Какие-то X-Files уже пошли. И так далее. Так, надо хотя бы забрать свою ловушку. Ой, я нашел телепорт, отлично. Но жертвовать своей... Отлично. Но жертвовать своей порядочностью я не буду. Не порядочностью, а своим психическим здоровьем. Я не собираюсь. Так, стойте, я хочу посмотреть, чем... Так у меня столько камней, я лучше еще один разведу здесь, внизу. Чтобы, если что, не бегать туда-сюда. Так, приготовлю сейчас. Окей. И... Успогу, успею добежать, смогу. Там-падам-пам-падам-падам-падам-падам-пам-падам-падам-падам-падам-падам-падам-падам. Надо семена, наверное, все-таки посеять на ферме. Че это туплю-то так? Точно, семена же на ферме надо... О, боже мой. Ай, Илья. Семена на сраной ферме надо... Ай, Илья. Так. Надо кролика забрать и пожарить. Зажарим кролика. Вонючего козла. Не знаю, почему я эту травинку забрал, остальные нет, просто... Может, она красивая была? Там две аж ловушки. Да. Одна пустая, замечательно. Я должен успеть добраться назад. Семена. Понадобится. Если что, возьму зажигалочку. Да ты в твари, вы твари просто. Так где я? А где я развел костер? Вот вижу. Ну может я так всю ночь проведу, какая разница? А психическое здоровье продолжает падать. Немножко осталось бежать. О, фак. О, пошел ты в жопу. Урод. Вы все уроды. Я смогу. Я дойду. О, фак. Вот это было страшно. Блин, если я не сажу, я хотел оставить для... Может, тебя можно? Слушай, я не думаю, что его надо убивать. Но! Да ну нахер. Я не буду его убивать. Он для чего-то нужен, наверное. Не верю, что Мандрагора просто так здесь лежала.